Больше всего заморозков боятся георгины. Дело в том, что растение травянистое и очень сочное. И если шейку прихватит мороз, то корневище может и не сохраниться. Но мы не спешим выкапывать, ведь обидно же срезать всю эту красоту, а относительно теплая погода еще может подержаться довольно долго. Самое разумное – выкопать сразу после первого заморозка. Листья повисли, и декоративный вид утерян. Но нужное нам место еще не успело сильно пострадать. Стебли у георгина очень хрупкие и могут вот так обломиться у основания корневища. Это плохо, поэтому прежде чем выкапывать, нужно обязательно обрезать стебли, оставив примерно 10-15 см. То, что нужно обрезать растение после первого заморозка, знает почти каждый. А вот что делать дальше? Вариантов очень много. Я не имею огромной коллекции георгинов, всего несколько растений, и поэтому делаю все очень быстро и просто. А результат отличный. Так зачем тратить много сил и времени, если можно обойтись совсем простыми способами? Аккуратно выкапываю. Лучше, конечно, воспользоваться вилами, чтобы нечаянно не поранить корневище. Немного обтряхиваю землю и провожу обработку. Из всех средств выбрала серебромедин, как от грибковых, так и бактериальных заболеваний. Наверное, сталкивались с гнилями на корневище весной. Убираем растение. Вроде здоровое, а корень не сохраняется, потому что грибки и бактерии остались на растениях, и зимой в хранилище под прикрытием темноты сделают свое черное дело. Вот даже сейчас невооруженным глазом видно, что на старой шейке, оставшейся еще с прошлого года, уже развиваются болезни. Старые остатки стеблей поэтому убираем. Укладываю я корневище аккуратно в емкости для хранения. Ничего не замачиваю, просто опрыскиваю. Далее держим 2-3 дня под навесом и можно убирать. Ничего не режу на части, не делю. Меньше ранок, меньше будет сохнуть корень. А вот чтобы они лучше сохранились, их хорошо бы засыпать чем-то таким, что будет стабильно держать влагу. Это мох сфагнум, но не у каждого есть возможность его достать. Да и в Красную книгу он занесен, поэтому рвать много нельзя. Подойдет диатомит садовый. Если засыпать немного влажным диатомитом, то он, с одной стороны, не будет слишком увлажнять корневища, а с другой стороны, если они начнут подсыхать, отдаст им немного влаги. Материал стерилен по природе, и никакие гнили или плесень в нем в самом не заводятся. После хранения его можно использовать еще и для различных других целей. Просто засыпаем, можно чуть сбрызнуть для увлажнения водой. Итак, хранение у нас получается стерильным и с сохранением оптимальной влажности. Но сам диатомит может со временем подсыхать, поэтому ящик или коробку стоит прикрыть крышкой или пакетом. Но обязательно оставить щелочки для дыхания корней. Тару с корнями устанавливаем в подвал рядом с картошкой, ведь условия хранения этих двух культур одинаковые. Вот и все. Весной в марте достану и поставлю корни на окне для черенкования, ведь корни одногодки проще хранить, и они более здоровые, чем старые. А цветы на них ничуть не хуже, да еще и посынковать не нужно. Надеюсь, мой совет был полезен. Всего вам доброго. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч!